Здравствуйте, уважаемые подписчики. Сегодня мы поговорим о безопасности. О безопасности балаковцев и, прежде всего, о безопасности наших детей. Почему такой вопрос стал? В прошлом году мы делали большой материал, даже три, у нас была одна статья и там две заметки, о том, что рядом с детскими лагерями «Ласточка» и «Орленок» есть в полях, как мы считали, незаконный карьер, на котором добывают песок, КАМАЗы, шахманы ездят по этой дороге, разбивают ее и, соответственно, создают аварийную ситуацию и приводят дорогу в негодность. Ну и вызывал вообще законность этого карьера, как он там появился. В итоге несколько штрафов эта организация получила за там грунт и так далее. Нам приходили письма от Россельхознадзора, где было написано о том, что карьер незаконный. Там формулировка такая стояла в ответе на наш запрос. Но мы обратились на ПДС в прошлом году. Тогда уже к должности приступил Сергей Евгеньевич Грачев, стал главой. Мы задали этот вопрос на ПДС. Он ответил о том, что они осуществили проверку. Вся разрешительная документация у карьера есть. Они проверили, деятельность законная. Ну, давайте посмотрим, что происходит в этом году, какова ситуация. Может быть, что-то изменилось в лучшую сторону, починили дорогу, постригли кусты. Стало ли безопаснее нашим детям ездить? Проверим. Вот вовсю идут работы. Работают экскаваторы. Роют. Вот этого пятачка не было в прошлом году. Здесь уже дорылись до Китая. Так где же расположен этот карьер? Сейчас вы видите вот карту. Это публичная карта, кадастровая. Видите, что напротив буквально лагерей «Лазурная» и «Ласточка» расположен вот этот карьер. Кадастровый участок этот отмежован. И как мы видим, что назначение у него земли сельхозназначения, да, для сельскохозяйственных работ. И тут вопрос возникает простой. А можно ли на сельхозземлях заниматься разработкой недр? Добычей песка, продажей в промышленных масштабах и так далее. Что нам об этом говорит сайт Россельхознадзора? Давайте почитаем. Собственники земельных участков вправе со статьей 19 закона о недрах по своему усмотрению в границах земельных участков осуществлять без применения взрывных работ добычу общераспространенных полезных ископаемых, не числящихся на государственном балансе, на глубину до 5 метров. Добытые общераспространенные полезные ископаемые могут быть использованы для своих нужд, например, строительства, то есть для собственных нужд. В случае добычи указанных полезных ископаемых для коммерческих целей, например, на продажу в качестве строительных материалов из добытого сырья, необходимо получение лицензии на добычу полезных ископаемых на общих основаниях в соответствии с требованиями законодательства, в частности, закона о недрах. Однако, надо понимать, что земли сельскохозяйственного назначения подпадают под приоритетные действия федерального закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения, которым не предусматривается использование земель сельскохозяйственного назначения для добычи. Поэтому придется предварительно пройти процедуру перевода из категории земель сельскохозяйственного производства в земли промышленности субъекта федерации до получения лицензии. И вот еще одна выдержка с сайта Россельхознадзора. Сейчас я вам прочитаю. Несанкционированные работы, связанные с нарушением и уничтожением плодородного слоя почвы, приводят к снижению сельскохозяйственной ценности земель, а в дальнейшем к деградации земель, наносит значительный вред землям сельскохозяйственного назначения как природному объекту. В пункте 1 статьи 78 Земельного кодекса РФ указано, что земли сельскохозяйственного назначения могут использоваться для ведения сельскохозяйственного производства, создания защитных лесных насаждений, научно-исследовательских, учебных и иных, связанных с сельскохозяйственным производством целей, а также для целей такого занятия, как рыболовство. Следовательно, использование земель сельскохозяйственного назначения в иных целях, в частности для размещения карьеров, противоречит требованиям указанных норм. Так кто же возит песок с карьера? Видите, еле едет. Это сколько в нем тонн песка. Обратите внимание на логотип и номер телефона. Давайте вобьем его просто в интернет и посмотрим. Вот название организации. Вот учредитель.
И Яндекс нам показывает, что этот же номер телефона принадлежит именно этой организации, зарегистрированной в Московской области. Так что же изменилось с прошлого года? Стали ли дороги на наши детские лагеря более безопасны? Посмотрим, куда едет груженный песком КАМАЗ. Поехали, посмотрим, куда данный товарищ. Эта дорога одна, она идет сейчас на дорогу лагеря детские. То есть это Орленок, Ласточка. Между Орленком и Ласточкой. Все, видите, выходит на асфальт. Детским лагерям. Сейчас я вам направо покажу узнаваемое место. Вот там он, Ласточка. Почему возмущены? Потому что здесь ограничение 5 тонн на трассе. Здесь плиты лежат и асфальт убитый. Здесь возят наших детей. И вот эта машина едет. Обещали, что они тут ездить не будут. В прошлом году нам обещали, что по дорогам на детские лагеря «Ласточка» и «Орленок» эти КАМАЗы двигаться не будут. Как оказалось, это ложь. Создает ли это аварийную обстановку? Наверняка да. Обочина дороги совершенно не кошена. Дорога, само покрытие твердое, в ужасном состоянии. Там приходится маневрировать очень часто. И на столь узком участке, особенно на поворотах, увидеть КАМАЗ, тем более встречившийся, например, там, с пассажирским пазиком, и разъехаться будет достаточно тяжело. В «Ласточку» заехала новая смена детей. Это человек, сколько человек? 400 человек. Едут вот на этой узкой дороге, вы сами многие здесь ездили. Здесь не стрижено, ничего не видно. Едет КАМАЗ с превышением по массе. Разбивает здесь дорогу. Вот смотрим, сейчас будет по земле. Ну все, да, это отпусти его. Вот, смотрите. Он сам тормозит. Да, он сам тормозит здесь. Это они разбили все. Вот, видите, провал какой. Пытались его заляпать. Вот, бесполезно. И вот посмотрите, что характерно, что они сделали. Своим перегрузом по песку и бешеными вереницами этих КАМАЗов. На самом повороте, на опасном месте. Это было и в прошлом году, сейчас усугубилось. Вот посмотрите. Вся плита продавилась. Вся, они просто растрескали. А теперь для сравнения, сейчас покажу, что это такое. Вот моя нога. Видите высоту? Здесь легковая разложится в лед. И вон дальше пошло. То же самое. Все это идет до конца, до Ивановского шоссе. Надо отметить, что сами КАМАЗы там не должны двигаться. Ни в плане даже безопасности детей, и таковых там знаков нету. Но там идет на этой дороге ограничение по массе на ось. 5 тонн на одну ось. Естественно, такие груженные машины песком превышают эту норму. И двигаться им там просто запрещено. Вот вереница, смотрите. Раз, уже один проехал, это я камеру все включил. Второй, третий, уже третий. А мы едем вот, скребем тут травку. Вот видели, проехал. А знак вон, 5 тонн на ось. И вот куда же направляются эти КАМАЗы, песковозы? Естественно, на Ивановское шоссе. Мы сейчас въезжаем в Ивановку, где жители всегда жалуются на качество дорожного покрытия. И вот посмотрите, начинаются новые заплаточки. Они сделаны в этом году. Свыше 4 миллионов рублей было потрачено на вот эти заплатки на дороге в Ивановку. Жители этого вроде добились, дождались. Более-менее ехать можно. И вот теперь представьте вереницу этих песковозов, которые каждый день по 20-30, а то и больше штук, едут по этим в жару латкам. Долго это продержится? Сомневаюсь. Безопасна ли стала дорога? Тоже нет. КАМАЗы как ездили, навстречу ним едут пазики с детьми в смены. Едут рыбаки, едут дачники. Соответственно, в любой момент может произойти то, что не должно произойти. Надеюсь, власти и контролирующие органы обратят на это внимание. Далее идет Ивановка, где вроде бы там и не запрещено, конечно, им ездить к транспорту, но дорога там в ужасном состоянии.
Очень много денег каждый год тратится на ямочный ремонт. Вот эти куски асфальта, которые зоны закрываются, и в жару просто груженные КАМАЗы разбивают эти все латки. Как итог, жители каждый год остаются без дороги. А мы платим налоги и кому? Черному бизнесу, который не должен там вообще появляться и работать. Прошу обратить внимание на эту проблему Владимиру Александровичу Харольскому. Я не понимаю вообще, как наши власти и органы работают. Все под носом. Почему-то все какие-то блогеры, как мы, там СМИ, ну в данном случае, знают об этой проблеме уже много лет. Но никто из контролирующих органов на это не обращает внимания. Ну здесь какие выводы напрашиваются? Давайте этот вопрос решать. Иначе мы будем вынуждены сами делать запросы уже президенту Вячеславу Викторовичу Володину. В аппарат президента однозначно направим. Я думаю, что только так тогда решается вопрос.